Нам Джун опять что-то потерял. Ловкость рук Хасока просто, блин, тут на уровне бог. Это, друзья, и многое другое в новой серии BTS «Зажги сцену» на Бусти. Тот, кто понял, тот понял, о чем я вначале говорил. А вот. Друзья, привет, с вами Флок. У нас сегодня видео с канала Лес Channel или Чинёль. Поскольку у нее, блин, в Афе, в обложечке тут написано Чанёль, там все дела, то тут умники многие, там Channel. Я знаю, что Channel читается канал, вот. Но она сама пишет Вичинёль. Ну ладно, это не суть, не столь важно. Мокренькие BTS, мокренькие. Вот и как раз те моменты, да, которые мы с вами в ран смотрели там с мокренькими и так далее. Вот это вот и тому подобное. Давайте смотреть. Поехали. Две серии, две части. 누군 애교 부리고 또 아, 우리 형님. 징구리. Это что? А Бу бандит, что ли? Подожди. Да? Я чингулнараху, чингулнараху. Великолепный план, просто охуенный. Ай-яй-яй-яй-яй. Стойте, я же забыл совсем, что у нее здесь это... на весь экран. Да, там надписи, все дела, вот это. Давайте вот так вот. Я правильно понял. Охуеть, что за хуйня? Пошел нахуй. Охуеть, что за хуйня? Блять. Зачем ты ему показал? Это что еще за нахуй? Детено, ты что, совсем кончено? Салам алейкум. Алейкум ассалям. Салам алейкум. Я тут бабочка! А в душе я бабочка. Голову подпадал, блядь. Небольшая рекламная пауза. Очень хочу посоветовать вам канал Хау. На нем вы можете найти новостные выпуски о последних событиях. Обязательно рекомендую к просмотру эти два ролика. Живем. Я, чакама, ита я монжо алке. Сегодня будет туса, я сегодня напился, сегодня будет туса. Блять. Лох! Пидр! Браво! Пошел нахуй. Да ты че? Ля ты крыса, а? Нихуя ты баклажан, блядь. Окей, хэч, вишь,
Вот вы думали, тут будет какая-нибудь шутка, но тут не будет никакой шутки, потому что я думала, что раз Юнмины попали в одну команду, значит, они будут взаимодействовать, но они просто такие... Что это? Чимин? Не вижу никакого Чимина. Да не, это не Чимин. Зачем ты ему показал? Не понял. Понял. Куда барай, куда? Куда барай, куда? Куда? Ну, ч... Да за что? Так, давайте следующую. Это подлиннее у нас будет. А, это прям из новеньких, да. Моё очко чует подвох! Я помню. Ага, окей. Какой это окей? Они ебутся, как вы не понимаете. Полная пизда. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Я же говорил, палимся. Нам тогда не заплатят. Пиздец, блядь. Что за пиздец, блядь? Сука. Ух ты ж, блядь. Это твой юный душой. Try me, bitch. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Ой. Окей. Это окей! Это очко! На нахуй!
Да, блядь! Попук, что ты сайну, и сюда всех сам чизаю! Да ну! Да ну ладно, блядь, блядь, да, блядь! Он бук ебаный, блядь. Че, это бустер был? Они ебутся, как вы не понимаете. Сириал은 오래 보관하기 위해 튀겨나온 게 맞습니다. 그러면 뭐 과자 먹을 때도 아예 물에 불려 드시죠? 어 그게 뭔가 들켰네. 어 그게 뭔가 들켰네. 나도 들켜버렸습니다. 감사합니다. 죽어버리. Да, блядь! Хуяк! We were only seven. Хуяк! Это пиздец. Он пиздец. Вот это я нарядно. Супер! Да ты заебал. Боженька, я клянусь, я больше так не б***ь. Райнер, сядь. Мне вообще похуй. Вы думаете, что я вас не... Вчера при просмотре Рана я сказал, что там какие-то самые смешные, да, были. Вот этот выпуск еще плюс к тем, да, потому что вот этот выпуск тоже был очень смешной. Переиграю? Я вас уничтожу. Try me, bitch. О, повезло. Лох, пидр. Хуй тебе. Мам. Хуя. Бля. Понял. 저희 칠성사이다 광고 속의 청귤 그 다음 뭡니까? 복숭아죠. 복숭아죠. 네. 무슨 복숭아죠? 딱딱한 로우 복숭아죠. 그 씨를 버릴 때 그 물복숭아 냄새가 더 납니다. 자, 아미 여러분, 먹고 싶은 거. Я помню первый раз, самый первый раз, когда мы смотрели с вами кряки, я такой, что такое вообще? Но мы смотрели не с этого канала, мы смотрели, блин, с какого-то непонятного канала, там через каждую там 5 секунд вот эти вот кряки, блин, ну реально кряки, так выбесили. Но потом перестал смотреть, а сейчас я уже понимаю их. Да, это на этом канале они такие прям лайтовенькие, как сказать, лайтовенькие, ну их смотреть приятно, короче, и просто, легко, особенно когда ты знаешь содержимое серии,
когда ты смотрел эти выпуски, так вдвойне становится приятнее и смешнее. Да, вот этот выпуск из РАН, он один из самых смешных тоже, как оказывается, был, потому что я забыл, из головы просто вылетел. Вот, надеюсь, друзья, вам также было весело, как и мне. Надеюсь, вы также вспомнили эти моменты. Кто не смотрел, можете их посмотреть со мной. Они у меня есть в плейлисте RUN BTS, можете найти. Вот, с вами был Флок. Все ссылки, друзья, в описании. Всем спасибо. Пока.